В Алматы в казну имени Аль-Фараби открыл арку выпускников Менгелек-Ель и 25-метровый спортивный плавательный бассейн имени олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина, который, кстати, является студентом 4-го курса кафедры физического воспитания и спорта. Приурочили эту двойную презентацию к тысячелетию Алматы и 25-летию независимости Казахстана. Триумфальная арка расположена прямо перед входом в студенческий городок. Идею удалось осуществить благодаря поддержке и меценатству выпускников университета. Поэт, писатель Олжас Сулейменов, который также учился в казну, приравнял арку к золотым воротам, ведущим к знаниям. А аким города Бауыржан Байбек уверен, что именно здесь будут назначаться встречи. Мало кто, наверное, поверит, если месяц назад мы закладывали капсулу здесь. И сегодня мы открываем. Это значит, идея всем нравится, идея созидательная и нужная. Вот создавая такую арку, мы замыкаем контуры нашего кампуса. В этот день открыли еще и новый 25-метровый бассейн имени первого олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина. Теперь он не только студент 4-го курса, но и национальный герой. Чем больше будет людей заниматься спортом, тем больше у нас будет вырастать олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чемпионов Азии. И поэтому, конечно, призываю всех заниматься спортом. Олимпийский чемпион нырнул в новый бассейн и показал собравшимся заплыв брасом. Жанар Жултаева, Данияр Жусупов, Информбюро, 31 канал.